Так, это желтое. Плохая видимость. Тут дальше. Они тебе растут? Конечно. И вообще бешеная пищевая мотивация. Но для сук в этом возрасте это нормально, когда они кобели будут лучше себя вести. Да что ты такой-то, щенок? Смотри, чтобы не упала. Надо было ссадина угла снимать, чтобы не сверху, а на уровне собаки-то была. Вот ссадина угла. Так, она сейчас расторзучит смеющуюся обезьяну. А вот это я при ней тебе говорила, она очень хитрая, и она достанет еду откуда угодно. Куда она пошла? Куда она пошла? Куда она пошла? Толя я такая, Толя. Короче, все мужчины Толя, понимаешь? И все все делают неправильно. О, ключи. Что-то я туда, там вот, пахнет сосисками. Там есть газ попался. Ну куда ты пожелаешь? Ты смотри, что ты собралась. Молодец ты такая. Да? Пошли. Это желтая, да? То есть это барахолка. А вот эту вот игрушку, вот у нее достань вот такую штучку. Какой? Вот, вытяни из нее. Нет, вытяни вот эту зеленую. Зеленую вытяни. Вот она со скрежетом собирается. Ох, пасть открывается. Это пошло куда? Эй! Все, неинтересно уже. Угу. А тряпочку? Не хочешь? Она на ключе никак не реагирует.
Не, ну хватало, и все, и... Ну, наверное, хватит. Ого, так кусуем, давай. Молодец, морда. Молодец. Опа, вот так. Ага, и меня покусать тоже. Зубастый барракуда. Молодец, хорошо. Молодец. Ну все, хватит, наверное, да? Да.